Главы правительств Приморья и Якутии Вера Щербина и Андрей Тарасенко заключили соглашение о сотрудничестве между нашими регионами, которым предусмотрено создание в Хасанском районе на территории Славянки детского лагеря отдыха. Документы также подписал глава поселения Максим Бринчагов. Как рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, создать детский лагерь отдыха предложило правительство Якутии. Предварительное соглашение было заключено летом. Финансированием проекта займется правительство республики с привлечением федеральных инвестиций. Правительство Приморья зарезервировало под проект 2 земельных участка на побережье общей площадью 47 гектаров. Лагерь будет располагаться между экстрим-треком и базой отдыха Сан-Сити. Поезд Якутск-Владивосток. Соответственно, 62 часа и из Якутска прямо в Владивосток. Соответственно, очень удобно, море теплое, и в Арктике, вы знаете, сегодня таких морей нету. Поэтому очень хотелось, чтобы наши дети отдыхали и набирали сил. Как уточнил глава славянского городского поселения Максим Бринчагов, реализация проекта создаст в муниципалитете не менее 150 новых рабочих мест. Но самое главное, оно повлечет за собой серьезную модернизацию всей инфраструктуры – дорожной, электросетевой, газовой. Таким образом, строительство детского лагеря отдыха станет для муниципалитета мощным драйвером развития. Ждем инвестиции в детей, в детское здоровье. Потом надеемся, что в скором будущем у нас появится круглогодичный детско-оздоровительный лагерь не только для детей Якутии, но и для детей Приморского края. По плану лагерь детского отдыха сможет круглогодично принимать по 1200 детей. Он будет оборудован современной инфраструктурой, включающей жилые корпуса, спортивные, административные и иные объекты, локальные очистительные сооружения. Это действительно документ, который имеет межрегиональное значение. Это наше взаимоотношение с нашими соседями, с субъектом Российской Федерации. Будет строиться пионерский лагерь здесь у нас, на море. И мы очень рады, что действительно появится еще одна точка оздоровления детей здесь у нас, в Приморском крае. Напомним, что Приморье и Якутию связывают прочные добрососедские отношения. Основой взаимодействия является соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанное в 2013 году. В настоящее время налажены связи между субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере образования, подготовки кадров, газовой промышленности, транспорта.